Дорогой брат, я хочу начать свое письмо с привета из старушки Европы. Извини, что так долго не писал, у меня было очень много работы. Не писал он долго. Да он почти 3 года не подавал никаких признаков жизни. Вот поэтому я тебе и решил написать. Мне наконец-то удалось сделать самое важное в моей жизни открытие. Когда я о нем думаю, то с трудом сдерживаю свой восторг. Я уже почти потерял всякую надежду хоть чего-нибудь добиться в археологии. Но, как говорил наш отец, старайся изо всех сил, мечты могут воплотиться в жизнь. Так вот, в моем распоряжении оказались предметы, которые в корне изменят наше восприятие и понимание истории. После долгих лет бесплодных поисков, самопожертвований и приступов отчаяния я нашел их. Но я зашел слишком далеко, и теперь у меня появились проблемы. Я хочу рассказать тебе обо всем этом с глазу на глаз. Не могу держать это в себе. Поэтому я хочу, чтобы ты приехал в Рим. К письму я прилагаю билет на поезд. Когда ты приедешь на место, найдешь меня либо в отеле, либо на раскопках в местной церкви. Брат, мне нужна твоя помощь. Пожалуйста, приезжай ко мне. Б. Все так заброшено. Да что же тут происходит? Надо найти брата, да побыстрее. Эй, ты! Стой! Что тут происходит? Эй! Здесь есть кто-нибудь? Нет, конечно нет. Посмотрим, что там у консьержа. Господи, где я оказался? Очень странно. Хорошо, а теперь надо найти комнату моего брата. Не нравится мне это место.
Пистолет? Это об этом предмете говорил брат? Зачем мне пистолет? Хотя после того, что я тут увидел, как знать... У него есть ключ. Черт! Пора выбираться отсюда и идти в церковь. Хватит с меня этого отеля!